тоже такой элемент зодческой архитектуры. Когда-то здесь было что-то типа галереи художников. Сейчас, наверное, какой-то ресторан. Пейзажная аллея Киева. Вот нам в Одессе надо такие сделать стенды для художников. Где-то в районе книжки сейчас, чтобы они могли с комфортом сидеть и продвигать свои искусства. Один из самых красивых видов на Киев с пейзажной аллеей.